Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас. Финляндия – сказочная северная страна. Отдыхать здесь интересно в любое время года, но особенно красиво зимняя Финляндия. Горнолыжный курорт Рука – самый популярный среди российских туристов. Зимний курорт Лапландии расположен недалеко от Полярного круга. Курорт носит титул «Золотых ворот Лапландии». Давайте сейчас вместе со мной отправимся на зимний отдых в Суоми. Горнолыжный курорт Рука находится в Лапландии, на северо-востоке Финляндии. На 30 ухоженных склонах снег лежит 200 дней в году, с октября месяца по июнь. Высота над уровнем моря сопки 500 метров, максимальная длина склона 1300 метров. Благодаря ранним морозам курорт Рука открывает сезон катания одним из первых в Финляндии. Продолжительность сезона – одна из самых больших в мире. Если в начале ноября снега недостаточно, то его напыляют с помощью снежных пушек. Считается, что наиболее высокий сезон здесь – конец февраля – начало апреля. Рука – третий по значимости после Леви и Юлиса горнолыжный центр Финляндии. Он расположен немного южнее Полярного круга. Если горнолыжные курорты Центральной и Южной Финляндии построены на сопках и небольших возвышенностях, то Рука – это уже настоящие горы высотой до 500 метров. 30 горнолыжных трасс курорта проложены в разных частях четырех гор и подходят для горнолыжников любого уровня подготовки. Благодаря альпийской системе подъемников, которая связывает между собой все склоны, здесь можно легко перемещаться из одной зоны катания в другую. Лыжников на курорте ждут 30 склонов, из них 22 освещенных, которые отличаются большим разнообразием. Длинные спокойные спуски для начинающих на склонах Рука-Восток. Наиболее сложный рельеф трасс, не очень длинных, но с крутыми уклонами, расположены на склонах Рука-Запад. Профессионалы могут получить истинное удовольствие. Здесь сложные и длинные спуски с максимальным перепадом высот 200 метров. Кроме того, гора покрыта лесом, поэтому приятно кататься в любую погоду. На курорте имеется 20 подъемников, в том числе 5 кресельных и одна шестиместная кресельная гондола «Рука-экспресс». Пропускная способность подъемников более 24 тысяч человек в час. Склоны открыты ежедневно с 9:30 утра до 7 вечера. Ночная гора действует по пятницам. Там подъемники работают до 11 вечера. Все освещается как днем. Отдельная гордость Руки – это трассы для сноубордистов, соответствующие всем мировым стандартам, и широко раскинутая сеть лыжных трасс. 500 километров беговых трасс, из них 40 километров трассы освещены в темное время суток. Кроме того, курорт является тренировочным центром сборной команды Финляндии по фристайлу. Свое мнение о курорте Рука высказала отдыхающая из Самары. Очень многие знакомые и друзья посещают заграничные курорты, австрийские, германские, и ездят кататься в Швейцарию. Вот. Никто не был на курортах Финляндии горнолыжных, поэтому можно сказать, что я первая посетила из своих знакомых горнолыжный курорт Финляндии. Мне очень понравилось. Ощущения положительные, только приятные. Ухоженные склоны, все они оснащены подъемниками, причем в удобной близости друг от друга. Нет очередей на подъемнике. Когда спускаешься со склона, не нужно проходить большое расстояние на горных лыжах, что немножко затрудняет передвижение. Вот все подъемники находятся рядом. Хороший снег, красота, конечно же. Билет на подъемники на один день для взрослых стоит 30 евро, на неделю – 140 евро. Детям скипас на подъемник за один день обойдется 18 евро, за неделю – 88 евро. Ребятишки до 7 лет в касках и в сопровождении родителей на все подъемники допускаются бесплатно.
Прокат горных лыж и снаряжение для взрослых стоит 25 евро за сутки, неделя – от 100 евро. Детям до 12 лет прокат снаряжения – 15 евро за один день и 58 евро за неделю. Имеется школа обучения для тех, кто первый раз стал на лыжи. Так что этим видом спорта при желании можно заняться в любом возрасте. Инструктора можно взять на пару часов, на весь день или на все дни катания. Занятия могут быть индивидуальными и групповыми. Уроки ведутся в том числе и на русском языке. Индивидуальные и групповые занятия доступны как для детей, так и для взрослых. Рука похожа на альпийский курорт. Большинство коттеджей и отелей расположены прямо у горы, что очень удобно для отдыхающих. Практически все коттеджи, а также апартаменты соответствуют отелям 4-5-звездочным. Общее количество комфортабельных спальных мест в регионе Куосама рассчитано на 3500 отдыхающих. На самом курорте Рука могут сразу разместиться 1500 туристов. Все гостиницы высокого уровня, спроектированы с учетом нужд и пожеланий любителей активного отдыха. Интерьер апартаментов удобен и практичен. Имеются сушильные шкафы для одежды и оборудования. В апартаментах несколько спален, если вы приехали с семьей или компанией друзей. В номерах есть кухня с плитой, микроволновая печь, холодильник, посуда и посудомоечная машина. В ванной комнате имеется стиральная машина. Но самое главное, во всех апартаментах расположена сауна. Можно на определенное время поставить программу, и к вашему приходу после катания на лыжах парилка будет уже разогрета до нужной температуры. Кстати, в Финляндии на 4 миллиона жителей приходится 2 миллиона саун. Номера разной ценовой категории на любой вкус и кошелек. При желании в номере, где имеется камин, можно разжечь огонь. Конференц-зал Рука может обслуживать любые деловые встречи и другие события для групп круглый год. Здесь находится новый центр для конференций и семинаров при самой первой гостинице курорта, где предлагают специально оборудованные помещения для проведения различных мероприятий численностью до 300 участников. Особые мероприятия могут быть организованы в форме туристических походов на природу. На курорте много различных магазинов, где можно купить хорошего качества спортивную одежду. Также много сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Даже если вы не фанат горных лыж, приехать сюда просто подышать свежим морозным воздухом уже полезно для здоровья. Тем более, что здесь есть масса развлечений для любителей всех возрастных категорий. Взрослые с огромным удовольствием используют все возможности, чтобы почувствовать себя ребенком. Эмоции хоть отбавляй. Старинная финская забава – кататься на ледянках. Вот такие ощущения. Покататься на ледянках со снежной горы – большое удовольствие. Никто не упускает эту возможность. И взрослые, и дети радуются зимним развлечениям, тем более в преддверии новогодних праздников и Рождества. Зима является самым долгим временем года в Финляндии. Длится она около 200 дней в Лапландии и 100 дней в Южной Финляндии. Зимний сезон в регионе Куосама самый продолжительный – 7 месяцев. Земля здесь покрыта снегом с конца октября по май. Температура воздуха может меняться в течение дня от плюс 5 градусов до минус 25 градусов. Смотрите программу «Туризм», и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий!